Любимый анекдот тоже про фокусника-ковбоя. Приходит, значит, фокусник-ковбой в бар, такой говорит. Что это? Значит, хотите... Он так, джентльмены, хотите фокус? Все такие, да, хотим. Налейте-ка мне бесплатно стакан виски. Ему наливают, он так выпивает стакан виски, подбрасывает его, достает револьвер, направляет на стакан. Стоять! И стакан замирает в воздухе. Все такие, вау, ничего себе, весь бар замер. Он это делает так... Свистит, стакан падает, разбивается. Аплодисменты, там все в шоке. И тут дедушка такой выходит, дряхлый такой старичок, выходит, говорит, внучок, слушай, дорогой, у меня тут уже проблемы, ну давно уже женщина не могу, просто вот выручай. Он так берет револьвер на него, стоять! Дедушка такой, о, бог мой! А ну как кто свистит, убью, сволочи! Вот такая зарисовочка.